обстрелы. У нас часто оставался поселок без света. И по полгода было у нас, когда света не было. И по 3 месяца было. То есть мы как бы восстанавливали, ремонтировали. Thank you.
Вот результат. Вот отправлялось все. И вот. Вот так вот маску оставили. Мы закрыли все, потому как холодно. Они же объясняют, что они не стреляют. Об особенных детях, которые находятся здесь, в санатории Мичигской улице. Ученики не сидят за партами, а лежат на парках. Это называется ортопедическое. А если на Аванском санатории здесь, то запрещение Донбасса восстанавливается. До недавнего времени сюда приезжали те, прекратили пропускать детей на нашу территорию, и дети были вынуждены перейти в другую школу. Педагоги и дети только прямыми нарушениями прав ребенка. Ведь Украина отказывает своим детям дорожную медицинскую помощь. У ребенка полное показание для обучения в школе. Но не пускают. Даже при наличии справок медицинского полного вызова не пускают. Они издали процедуры. Категорически против, чтобы они изучали язык страны, которая обстреливает. Да, было. Были случаи, когда родители были, написали много заявлений, которые избавили. Да ну нет, конечно, мы же здесь не обращается к президенту Зеленскому, который называет эту девочку гражданкой Украины. Я ему сказала, что Польша прекратила это все делать, и что он как-то стал полнее, и прекратил как бы там рушить нервную систему детям, взрослым. Он стреляет, ему это как в удовольствие, а нам это только страх идет, мы после этого боимся. Наши родители боятся нас после этого на улицу пускать. Ей хочется на улице, но в подвале всегда безопаснее. Прерывать лечение детям нельзя. Thank you.
славянский цвет. А вы знаете, что этот славянский цветок запрещен? Кем? То есть вы не знаете, что это свастика в чистом виде? Это свастика. Нет, это свастика. В душе сочувствует тем, кто с этой свастикой сжигал в печах его земляков. Есть такие люди, есть примеры. Так само какие-то. В голове скудные представления о географии своей страны и ее граждан. Вы даже не знаете, что такое Донецк? Нет, конечно, что я знал. Если я сказал там, что вместе за Донецк знал. Ну, мы не знаем, что это. Вы вообще не знаете? Нет, не знаю. В руках огнестрельное оружие. Не надо, даже до шипа. У нас есть сын. Да. Или кому вы свидали? Точно, не то жители, не будет. Сердце, сведомый патриотизм и лютая ненависть. Как я сам думаю, что не говорю. Заразила жизнь свою. Чтобы жить спокойно, непонятно я. А сейчас у вас жизнь спокойная? Да, да, нет. А что такое незалежность? Цена Жененька. Сгубила защитника Полтавы тяга горилки. Рядовой Панченко оставил окоп, чтобы забежать в сельский ларек. После этого перепутал позиции и предстал во всей России перед военнослужащими Донецкой Народной Республики. Верно. А у вас в регулярных войсках? Конечно. Вины своей дерзкий парубок не признал. Я же не поехал никуда в России. Ну, еще не хватало. Ну, я на своей земле. То есть на своей земле можно воевать, да? Подстаивать можно. Он отвечает вопросом на вопрос, пытается оказаться сельским дурачком, которому Ненька дала пулемет и приказала идти на восток. Рядовой стоял в окопе, в детей не стрелял, дома не целился, пару раз шмальнул по магазину, и то в обеденное время. Он упорно твердит одно, как заклинание. Для меня Россия окупан. Станислав Панченко рад, что можно снять маску и показать лицо на вражеском российском телеканале. Нет, он не думает о матери, мы спросили. Герой со свастикой на шее надеется, что его обменяют как военнопленного. Ну, да, там и будет на 18. Может, еще лучше повезет. Может, обменяют. Вам есть что сказать жителям Донбасса? Может, извиниться все-таки? Нема причин извиняться. Я погано ничего для них не хотів. І для дітей, як ви бачите, нічого погано не бачить. Солдат ВСУ осужден по статье «Насильственный захват власти» и приговорен к 18 годам лишения свободы. Он еще молод, самоуверен, и не знает, что обмен пленными установлен. Украинская сторона опять взяла в очередной раз на себя обязательства. После обмена процессуальную очистку, по сей день этого не сделали. Под разными предлогами, под разными причинами, четко абсолютно было прописано. Работать с окамерами.
Ростову из Ровно пройти обучение у иностранных инструкторов. Я их не понимаю. То есть иностранные, близкие инструкторы? Да. А где они у вас обучили? Явно Наполеон. Получить автомат и попасть в элитное подразделение. 128. Ладно, штурмовая бригада. Чтобы приехать в эшелоне на подконтрольный подразделение Донбасса, встать на позицию. Оценили работу наемников и жизни людей в мятежном Донбассе. К слову, получить премию штурмовик Андрей так и не успел. Зачем вы с армией сюда приехали? Здесь что, враг какой-то находится? Ну, нет. Так а зачем вы тогда с оружием пришли сюда к своим гражданам? Как вы говорите, что это свои граждане? Против кого? Такие же вопросы задавали жители шахтерского поселка Коммунар бойцам Днепропетровской мотострелковой бригады и карателям батальона Киев-1, когда увидели их с оружием на своих улицах. Они говорили, что они пришли нас освобождать. А я спросила, от чего? От работы, от зарплаты, от магазинов рабочих, от воды, от света. От чего вы меня освободили? Мы жили спокойно, мы никого не трогали. Да, я спрашивала их, когда вот, ну, по улице, ну, бывало, встречаются на улице. Им говорили, что, типа, ребят, уходите отсюда, что вы здесь забыли, скажем так. Мы пришли вас освобождать. Мы спросили, опустили улицы. Местные жители, те, кому некуда было бежать, на 37 дней спустились в подвал. Да, ну, все это время мы были дома, и в подвале, и в доме, ну, больше в подвале, конечно. Вот. Вода, если у кого-то колодцы, люди ходили, ну, когда вот не стреляют какое-то время, люди идут где-то в колодцы искать себе воды, потому что они... Обесточили поселок, насосы не работали, насосная не работала. Продовольствие не привозили. Не откуда было вести. В доме шахтерами ребята устроили базу. И 8 месяцев воевали с народным ополчением Донбасса. Отступая, украинские освободители взорвали мост и сожгли комбинат. Вывезли с остальными. Подступили, они были в той ситуации, как они там где-то высоки не надо подумать, вы пройдите, потому что это шахты. Очень большое потребление электроэнергии. Шахта номер 22, Коммунарская. Она находится в Макеевке. Сюда военные украинские армии на работу зашли 16 августа, а ушли 21 сентября. 23 сентября. Расположить можно здесь базу НАТО, поближе к границе с Россией, и все. А люди здесь не нужны, так как
Но как бы сейчас уже прошло 7 лет. Где-то вдалеке слышно гулко. Yeah.
следите ли вы за соревнованием? Какие виды состязаний вам особенно интересны? С большим интересом следить за горнолыжными соревнованиями, чем за соревнованиями по другим видам спорта, поскольку сам в некотором смысле причастен к горнолыжному спорту, умею кататься на горнолыжах. Но, конечно, я буду болеть за наших российских спортсменов, тогда, когда они напрягают все свои силы для того, чтобы достичь победы. И я не сомневаюсь в том, что наш священник, который имеет большой опыт работы со спортсменами, будет оказывать им поддержку не только духовную, но и моральную, и психологическую. А те миллионы болельщиков, которые будут следить за успехами наших спортсменов, будут придавать им силы и уверенность в себе. Владыка, Иерусалимский патриарх Феофил в интервью российскому агентству заявил, что он очень ждет новой встречи с информацией. Известно ли, когда эта встреча ожидается, и что она может изменить в судьбе мирового православия на следующий день, если вообще она что-то влияет? Я думаю, что общение между православными церквами совершенно необходимо. Тот факт, что Константинопольский патриарх самоустранился от того, чтобы созывать православные церкви для консультаций, не означает того, что мы не можем создать какой-то иной.